Друзья, всем привет! Мы находимся в международном аэропорту Пермь, Большое Савино. Сегодня 2 ноября 2019 года. Погодка радует, пермская. Серое небо низкое, снег, тучи. Ну а мы улетаем. Надоела нам такая погода. Улетаем в теплые края. Итак, вот мы уже в аэропорту. Такой вот у нас сделали терминальчик небольшой. Небольшой, но новый. Ну и самая интересная достопримечательность нашего Пермского международного аэропорта Большое Савино – это вот такая церковь внутри аэропорта. Захотел куда-то полететь – зайди, помолись. С нами Бог. Прошли контроль. И заходим уже в стерильную зону. Что у вас продают? Посмотрим. Варенье, мармелад. Здравствуйте. 400 рублей, 300, 700 рублей. С вареньем из сосновых шишек. Сувенирная лавка. Сувениры Перми, изделия из малахита, малахитовые шкатулки, волк, тетерев. А вот и сам Мишка. Раньше их было два. Остался один. Вот такой вот скромный небольшой терминальчик. Выходим к взлетному полю. Холодина несусветная, ветрище дует, мороз. Здравствуйте. Спасибо. Все выходы оборудованы автоматически надуваемыми трапами. Каждый выход обозначен световым табло «Выход». All exits are equipped with inflatable evacuation slough. Secure it as demonstrated and breathe normally. Если вы путешествуете с ребенком, обеспечьте маской сначала себя, затем ребенка. If you are traveling with...
сэндвич на пшеничной булке с куриным рулетом и сыром. И небольшое яблоко. Ну вот, мы и прилетели в Шереметьево, терминал Б. И здесь нам надо пересесть, перейти в терминал Е, терминал Е, да, чтобы улететь в Анталию. Кафе-бар, бельгийские вафли на пиве. Каждый почему-то пассажир этого. Да. Про бельгийские вафли на пиве или на чём-то? Так, ну тут будут все сплошь эти разные магазины, лавки. Багаж нам получать никакой не надо. Мы летим без багажа, только с ручной кладью. Стойка Яндекс.Такси. Экраны кругом. Интересно так. Графика. Так, ну вот мы заходим в пограничный досмотр. Будем проходить. Ну, видимо, здесь, да? Там же сначала темно, понимаете, нет? Так, а вот мы туда пришли, к паспортному контролю. Сплошные переходы. Пошли, пошли. Давай быстрее. Приехал поезд. Мы сейчас поедем. Осторожно, двери закрываются. Attention, please, the doors are closing. Держитесь за поручни. На робопоезде в Шереметьево 2. Станция Шереметьево 2. Выход к терминалам Д, Е и Ф. Station Аэропорт Шереметьево — это сплошные переходы, переходы, переходы и еще раз переходы. Красота. Люблю аэропорты. Да, я вообще летать люблю. Когда долго не летаю, то прямо потом руки просятся к штурвалу. Хочется в полет. Виктория Секрет. Duty Free Moscow. Что ты уже знаешь, Лёч? Что? Я говорю, что ты уже знаешь? Ничего, ничего не понимаю вообще. Ничего. Не слышно? Так, смотри, терминал Е. Ага.
капсульный отель. Go sleep. Ложишься вот в такую люльку, капсулу, и спишь. Урожай наш в Крузе. Кофевар. Кофемания. Терминал F. Итак, нам сказали, что наш рейс до Анталии из терминала F. Гейт 43, да, сказали? Выход 43. Бургер Кинг огромный. Удивить, шоколадница, народу много. О, детский городок, площадочка. Хайнеман. Картины. Так, вот туда нам надо. Красиво оформлено внутри. Что тут у нас продают? Часы. Здравствуйте. Приятного полета. Спасибо. Здравствуйте. Спасибо. Заходим в Boeing 737-800. Здравствуйте. Здравствуйте. Посмотрите, какое оживленное движение на взлетной полосе в аэропорте Шереметьево. Это, конечно, не взлетная полоса, но имеется в виду уже вот само летное поле. Зад-вперед курсируют машины. И здесь же ездят самолеты. Итак, вот наш самолет начал движение. Сдаем назад, от рукава отъезжаем. Весь транспорт остановился, нас пропускают. Регулировщик. Взлет Боинга 737-800. Рейс
кошерное питание Пинхас. Что в него входит? На рейсе Москва-Анталия. Хумус классический. Матбуха. Матбуха — это у нас что такое? Помидоры свежемороженые, томатная паста, перец сладкий свежемороженый, масло растительное, чеснок свежий, все поваренное, пищевой сахар, перец, что-то острое. Закуска из мяса птицы. Ягоды перемолотые с сахаром. Кстати, очень вкусная. Сертификат кошерности. Заверенный раввином. Главный раввин России Бер Лазар. Горячее куриное филе, тушеное в овощном соусе с гарниром, гречкой. Ну и соки, томатный апельсин. В этот раз, в принципе, скромно, без красной рыбы. Приступим к трапезе. Заходит на посадку Анталия. Вернее, можно сказать, уже ночная Анталия. Красиво. Средиземное море, берег Средиземного моря. Вот он уже город. Красота. Пролетаем над районом Лара. Плюс 14 градусов по Цельсию. Местное время 23:21. В интересах вашей безопасности просим вас оставаться на своих местах застегнутыми ремнями до выключения табло «Застегнуть ремни». Ну вот мы и прилетели. Вышли из самолета. Вдыхаем уже воздух Анталии, аэропорта Анталийского. На улице темнота, ничего толком не видать. В целом долетели хорошо. За 3 часа 20 минут полет здесь. Прилетели на 20 минут раньше запланированного времени. Подходим к паспортному контролю.
хоть время и вечернее, но народу немало стоит. Так, куда нам встать? Ну, пойдем вон в ту крайнюю, там вроде поменьше народу. Вот мы уже и прошли паспортный контроль. Багажа у нас нет, стоять получать ничего не надо. Сейчас зайдем, посмотрим, что тут есть в duty free, что почем, хоккей с мячом, как говорится. И пойдем на выход на улицу, там уже должен нас ждать трансфер. Так, что тут у нас есть? Сигареты. Тут все сигареты. Водка. Меня интересует английский сапфир. Вот он. Ух ты, 27 за литр. Дорогой. Дорогой. Так, ну ладно, пойдем. Здесь бомбейский сапфир по 27 евро. По 24 евро. Да. Но здесь duty free на выход в город, он всегда был дороже, чем основной, который на вылет. На вылет он дешевле. Сим-сим, откройся. Волшебные слова всегда срабатывают. Vodafone. Итак, банкомат гарантии. И вот мы выходим. Welcome to Antalya. Итак, надо смотреть, нам трансфер 24/7. Смотри табличку, 24/7. А? Ну вот стоят с табличками. Трансфер 24/7. Вот. Здравствуйте. Здравствуйте, как зовут? Иванов Владимир. Çok bekliyor abi, o yüzden. Итак, нас встретили. И теперь мы идем к машине. Хорошо у вас? Hello. Hello. Good. Good. Beautiful. Perfect. Да. Да. Çok güzel. Aha. Öğreniyorsun. Ben de İngilizce öğreniyorum. What's your name? My name is Ahmet. 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 Ahmet Vladimir. Nice to meet you. Витя, как и Ашиклер? И Ашиклер? Teşekkürler. Thank you. Teşekkürler. Нет, Витя, а добрый вечер. И Akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Turkish perfect. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Aha. Hello. Как хорошо. Свежо. Воздух хороший. Terminal 2.